Ежегодное послание президента белорусскому народу и национальному собранию жители Гомельской области слушали в прямом теле- и радиоэфире. В открытом акционерном обществе «Гомсельмаш» незанятых на производстве работников пригласили в актовый зал. Руководители предприятия, инженеры, рабочие равнодушных нет, тем более, что глава государства говорит о самом актуальном, включая необходимость сохранения и поддержки крупных промышленных предприятий. Для «Гомсельмаша» это особенно важно. Глава государства неоднократно это отмечал, что безусловно, должны присутствовать принципы равной конкуренции без каких-либо искусственных барьеров и преград. Вот этот момент очень важен для нашего предприятия, исходя из тех соображений, что порядка 90% нашей продукции – это экспорт. Поэтому эти моменты, они определяющие. Это благосостояние наших работников, это благосостояние жителей нашего города и нашей страны в целом. Избранный курс на построение IT-страны в Беларуси остается неизменным. Главное не сбавлять набранных темпов роста и не отстать от насущих потребностей экономики. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко также говорит в послании белорусскому народу и национальному собранию. Для открытого акционерного общества «Гомсельмаш» IT-технологии – это основа дальнейшего развития, иначе жесткую конкуренцию просто не выдержать. На предприятиях сейчас у нас внедряются все новые и новые технологии, и не за горами тот момент, когда будут у нас многие специальности с приставкой IT. Вот поэтому я думаю, что для наших учебных заведений сейчас очень важно подготавливать специалистов в сфере высоких технологий, потому что за молодежью у нас будущее. О необходимости подготовки специалистов IT-сферы в этот день говорят и в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины. Сегодня его выпускники работают во всех крупных IT-компаниях страны. Сейчас вот как раз студенты будут изучать технологию блокчейн. Вот. После речи президента можно сказать, что действительно цифровая экономика в Беларуси будет построена. Для этого есть предпосылки. Сегодня в Гомельском государственном университете имени Франциска Скорины обучаются около 9 тысяч студентов. Работают почти 600 преподавателей, в том числе 33 профессора и 45 докторов наук. Для того, чтобы трансляцию послания посмотрело как можно большее число человек, она проходит одновременно в нескольких аудиториях. Президент обратил внимание на суверенный статус Беларуси, о необходимости сохранения нашего суверенного статуса, о нашей многовекторной политике и наших внешнеполитических приоритетах, которые неизменно всегда остаются для Республики Беларусь. Это наше интеграционное образование, союзное государство Беларуси и России, ЕАЭС, СНГ, взаимодействие с Евросоюзом. Особое внимание проблеме трудоустройства, в том числе людей с ограниченными возможностями. В Беларуси существует несколько соответствующих программ, но сегодня необходимо искать новые подходы. Важно и желание самих руководителей заниматься этим. Слова президента об этой проблеме внимательно слушают в областном общественном объединении инвалидов-спинальников. Здесь хорошо знают о реальной ситуации. Говорят, что трудоустройство – это высшая ступень социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями. Но речь должна идти о комплексном подходе. Создать условия безбарьерной среды на том предприятии, на котором он будет работать. Потому что иногда директору проще отказать, чем перестроить пол завода инфраструктуру для того, чтобы этот человек там находился и находился в комфортных условиях. Поэтому это большая задача, ну, которую нужно решать. Сохранить суверенитет, мир, спокойную, созидательную жизнь на своей земле – наша святая обязанность. Чтобы выполнить эту подаренную нам судьбой историческую миссию, мы должны окончательно осознать свое национальное единство, отметил глава государства. Вместе граждане создают современную историю белорусского народа и в год 25-летия Конституции могут с уверенностью констатировать – Беларусь, как независимое государство, состоялась. Мы находились под пристальным вниманием мирового сообщества. За нами наблюдали, оценивали, порой, а то и частенько навешивали ярлыки и ставили в условия экономической и политической блокады. Но через тернии санкций, испытания мировыми кризисами мы вышли к намеченным целям. В центре Европы создали свою страну – мирную, стабильную и очень красивую. Беларусь – страну для жизни человека. Алексей Сюров, Ольга Коновалова, Игорь Марищенко. Новости недели.